Наша жизнь словно океан, невзирая на шторм и штиль, мы плывем будто по волнам, по намеченному пути. Есть у каждого цель впереди, каждый ищет свой ориентир. Путеводной звездой гори, веди, Фаберлик. К успеху за горизонт, туда, где солнце встает, где самый яркий рассвет, и ты на модной волне. Победам на парусах, забыв сомнения и страх, перед тобой целый мир, ведь ты для всех ориентир. Плыви навстречу ветрам, веди команду к мечтам, удача манит и ждет, Фаберлик, полный вперед. Наша жизнь — приключение, не плыви по течению, задавай направления, создавай вдохновение. Будь на гребне высокой волны, словно птица над морем пари. Пусть летят твои корабли к мечте. Солнце встает, где самый яркий рассвет, и ты на модной волне. Победам на парусах, забыв сомнения и страх, перед тобой целый мир, и ты для всех ориентир. Плыви навстречу ветрам, веди команду к мечтам, удача манит и ждет, Фаберлик, полный вперед. Встает, где самый яркий рассвет, и ты на модной волне. Победам на парусах, забыв сомнения и страх, перед тобой целый мир, и ты для всех ориентир. Плыви навстречу ветрам, веди команду к мечтам, удача манит и ждет, Фаберлик, полный вперед. Добрый день, а для кого-то добрый вечер, уважаемые лидеры компании Фаберлик. С вами на связи Алексей Беспятых, руководитель отдела цифрового развития сети и наш замечательный коллега, партнер из компании Витиум. И совсем недавно на цифровом форуме мы объявили о запуске в компании первого нового цифрового продукта Фаберлик, тренажеры для мозга Витиум. И, конечно, те комментарии, которые были после того, как мы это объявили, их было настолько много, но еще больше было потом сообщений мне в личных сообщениях в мессенджерах и в нашу обратную связь с компанией, где люди задавали огромное количество вопросов по тарифам, о преимуществах.
И таких вопросов было огромное-огромное количество. И, конечно, мы сразу запланировали о том, что надо делать вебинар. И здесь же даже не только вопросы, которые шли в нашу техподдержку, очень много вопросов шли напрямую, начали звонить на горячую линию компании Викиум. Мы точно поняли, что надо записывать и видео вспомогательные, и, конечно же, быстрее проводить вебинар. Друзья, и сейчас не буду много говорить, потому что информации будет сейчас очень много. Вам расскажут о всех преимуществах, да, о всех преимуществах данной платформы. Поэтому обязательно все фиксируйте, потому что на что хотел бы обратить внимание, то что для нас, да, то есть данный продукт новый, да, то есть мы никогда до этого не продавали услуги, да, то есть и поэтому здесь очень важно быстрее научиться понять, какие ключевые преимущества данного продукта, чтобы его хорошо дальше продвигать. Потому что здесь действительно есть огромное количество преимуществ, да, в цифровых продуктах. Это то, что не надо ничего возить, носить. То есть нет вообще никаких границ. То есть если у вас есть знакомый, который живет в Америке, пожалуйста, вы можете предложить ему данный тренажер. И бал, что тоже немаловажно, 60 рублей за бал. Да, то есть напомню, цена годового абонемента Викиум составляет 5000 рублей. И вы получаете 80 баллов. И, ну, преимуществ действительно их очень много. Вот, поэтому, друзья, надо быстрее учиться его продвигать. И сейчас я передам слово Владимиру, чтобы он подробнее рассказал об этом потрясающем продукте, чтобы вы задали все свои интересующие вопросы, он на них ответил. И в конце данного вебинара я также подключусь и отвечу уже на вопросы, которые касаемо именно Faberlic, да, то есть как, может быть, покупать, и, там, ну, те вопросы, которые захотите задать мне, то в конце у вас тоже будет такая возможность. И с большой радостью передаю слово Владимиру. Друзья, всем добрый день, добрый вечер. Тут коллеги пишут даже доброй ночи у кого-то. Меня зовут Каширский Владимир, я являюсь заместителем директора по развитию компании Викиум. Сегодня я расскажу вам о том, как развитие когнитивных навыков влияет на качество нашей жизни. И, собственно, также расскажу вам, сегодня вы узнаете о том, почему 99% людей используют свой мозг неэффективно и как попасть в заветный 1%, который использует свой мозг на максимум. Но для начала традиционно хочу рассказать о некоторых организационных моментах. В первую очередь о том, что вебинар у нас займет, ну, не более полутора часов, я постараюсь уложиться в час и дать возможность позадавать вам вопросы. Перерыва в вебинаре не будет, поэтому всю информацию будем получать единым, как бы, единым блоком. Важно это учитывать, постарайтесь не отвлекаться. Что касается мастер-класса, да, мы ставить на паузу не будем, поэтому будьте внимательны. Ответы на ваши вопросы вы будете получать. Я вот здесь представлю моих коллег. Они тоже участвуют в вебинаре. Это Французов Николай, нейропсихолог Викиум, который поможет нам ответить на те вопросы, которые касаются науки, продукта. Он будет принимать участие, участвует уже в чате, поэтому смело задавайте вопросы. И мой коллега Денис Лагутинский, который также будет участвовать и отвечать на вопросы. Поэтому мы постараемся все учесть, на все вопросы ответить. На какие-то вопросы, возможно, отвечу сразу я. Если в конце также будет время на то, чтобы я ответил на оставшиеся вопросы, которые не будут озвучены в процессе. И если у вас потом, как бы переспав с мыслями, да, появятся еще дополнительные какие-то нюансы, которые вы хотели бы уточнить, пожалуйста, пишите. В конце вы увидите адрес, на который можно смело отправлять все ваши письма, мы их не оставим без ответа. Небольшое такое уточнение, но все-таки я его сделаю, что у меня просьба большая уважать ведущего, у всех участников данного мероприятия, коих достаточно много, для того, чтобы, соответственно, никаких там оскорблений, еще каких-то вещей, я уверен, что у вас этого нет, но все-таки не будет лишним об этом рассказать. Что вас ждет в течение этого часа? В первую очередь, для начала я расскажу о том, что собой представляет мозг, и вообще, вот, знаете, как расскажу, а зачем продукт нужен, и постараюсь эту тему раскрыть. Это будет полезный контент, который вы можете использовать в процессе общения с вашими клиентами. В дальнейшем я расскажу про саму платформу, что собой представляет платформа, какие она возможности имеет, какие у вас появятся преимущества, чем она отличается, наша платформа, от стандартной
платформы для обычных пользователей, чем ваша закрытая платформа отличается. Ну и, собственно, расскажу отличительные особенности по тарифам. Я уже записывал небольшое видео, поскольку у нас был шквал вопросов на эту тему. Пришлось видео записать даже до вебинара, но я это сделал и, соответственно, надеюсь, что там вы более подробно, посмотрев его, получите ответы на те вопросы, которые у вас останутся. Итак, поехали. Что касается компании, прям пару моментов расскажу. Викиум на текущий момент — это лидер рынка когнитивных тренировок в России СНГ с 2013 года. Крупнейшая в России онлайн-платформа для развития когнитивных навыков, такие как внимание, память, мышление, да, выражаясь простым языком, и курсы на развитие soft skill, посвященные этой же теме, да, такие как, ну, курсы на развитие мышления, курсы на развитие целеполагания, внимание, об этом я чуть позже подробнее расскажу. На текущий момент у нас порядка 5,5 миллионов пользователей физических лиц, которые уже используют нашу платформу. Собственно, мы вот недавно, у нас случилось значимое событие, мы заняли первое место в мире по использованию нашей платформы. То есть люди, ну, у нас порядка 4,5 миллионов человек зашло на нашу платформу, это уникальные люди в рамках одного месяца. Это достижение, там, ну, можно сказать, не побоясь этого слова, мирового уровня, такого очень не достигали компании по когнитивным тренировкам никто в мире. Вот, поэтому, собственно, в этом направлении мы активно развиваемся. Также у нас порядка 60 крупных корпоративных клиентов. То есть мы активно идем и в это направление. Компании ценят наш продукт, начинают применять его для повышения эффективности, продуктивности своих сотрудников. Мы входим в список ключевых проектов агентства стратегических инициатив. Ну, может быть, кто-то знает, кто-то нет. В 2014 году Владимир Владимирович Путин учредил это агентство, и направленное на развитие России там, в долгосрочной перспективе. Мы как раз попали в дорожную карту до 2035 года, в подразделение Нейронет, все, что связано с повышением эффективности, продуктивности человека на уровне мозга, это вот, ну, наша история. Платформа используется в 97 странах мира, то есть имеет такую достаточно широкую представленность. Если говорить о, ну, там, немножко о том, где нас также часто видят. Это, соответственно, широкая представленность на различных площадках, начиная от средств массовой информации. В свое время мы выступали там, ну, наш основатель в основном, конечно, Сергей Билан, он выступает на различных государственных СМИ, это и Россия-24, и НТВ, в различных мероприятиях участвует. Вот было выступление в Госдуме, где Владимир Вольфович Жириновский там даже оценил наши тренажеры. Собственно, нас приглашают на различные форумы, мероприятия. Собственно, это вот, ну, даже тут недавно звали в Японию, как один из самых высокотехнологичных проектов России, в Лондон на образовательную выставку. Ну, то есть достаточно хорошую известность имеет наш продукт. Также большое количество публикаций в интернете вы можете найти, если, ну, посмотрите, вобьете Викиум, есть новости, есть Rush Today, есть РБК. Вот из последнего нас РБК добавил в список топ-30 самых популярных образовательных проектов России, поэтому, собственно, на данных площадках мы тоже имеем такую достаточно широкую представленность. Теперь расскажу немножко, переходя от компании, о самом продукте и о ценности его для пользователей. Есть такая история, как ресурсное состояние. Наверняка кто-то об этом слышал, может быть, для кого-то эта информация будет новой. Но, как правило, ученые и психологи выделяют основные сферы нашей жизни в так называемое колесо баланса. Вот на слайде как раз оно представлено. Там есть различные направления. Это финансы, друзья, здоровье, семья, которые друг с другом перекликаются. Ну и каждый человек, по сути, может сам для себя определить те сферы жизни, которые требуют его внимания и улучшения. По сути, это те сферы, которые составляют нашу жизнь, то, что дает нам силы, созидательную энергию, то, что для нас важно и требует изменений. Собственно, те проблемы, ну, как правило, люди вообще сталкиваются с одними и теми же типичными проблемами. И вот наши нейропсихологи выделили их в несколько категорий. Это категория отношения, ну, и здесь вы видите, наверняка там у вас некоторые из этих проблем откликаются. Есть проблемы, связанные с карьерой, с деньгами. Это то, с чем к нам в том числе приходят наши пользователи, спрашивают, как решить эти проблемы. В том числе достаточно часто наши нейропсихологи в этом участвуют.
Ну, я сейчас не буду перечислять прям, да, каждую проблему. Я думаю, что вот пробежавшись достаточно быстро, вы увидите то, что откликается у вас. И на самом деле, конечно, можно говорить о том, что, ну, друзья мои, ну, мир ко мне там несправедлив, сегодня плохой день, там окружающие плохие, то есть не то окружение, не та страна, не там мы живем, что-то не так там с людьми, которые меня окружают. Но на самом деле истина-то в другом. И нужно это признать, что, взглянув правде в глаза, все дело в вас. И нужно признать, что виноват на самом деле мозг, это как основной главный инструмент, который у человека есть, да, который отвечает за всю созидательную составляющую нашей жизни. Собственно, и есть новость одна, она не очень хорошая. Кнопки, к сожалению, которая бы позволила нам мгновенно прокачать все ресурсы, ее не существует. Но есть одна хорошая новость, это то, что у нас в голове находится суперкомпьютер. И сейчас я вам прям покажу одно короткое видео, очень интересное. Вот прям мои коллеги подготовили. Это видео, на котором представлена, ну, здесь смоделирована работа мозга, собственно, компьютерное моделирование, где создается РНК, ДНК. Каждую секунду времени происходит огромное количество процессов в мозге. Ну, вот здесь видно, как гены перемещаются. То есть вот это вот все происходит у нас в голове. Я бы даже сказал, не каждую секунду, а микросекунду. Собственно, вот нуклеиновые ворота, там перемещение белков. Это мозг очень сложная структура. И знаете, вот тут недавно читал, новая публикация вышла о том, что суперкомпьютеру, который был разработан японской корпорацией Fujitsu вот относительно недавно, потребовалось 40 минут, чтобы сымитировать одну секунду работы человеческого мозга. Вы только вдумайтесь, 40 минут работы самого современного суперкомпьютера, чтобы смоделировать и воспроизвести одну секунду работы мозга. Вы серьезно думаете, что мозг не разрулит вашу жизнь в лучшую сторону? Абсолютно точно, это тот инструмент, который способен на многое и перевернуть с ног на голову всю нашу жизнь. Собственно, есть один миф, о котором часто говорят. Миф о том, что мозг нельзя тренировать. Невозможно тренировать. Этот миф гулял до конца 20 века, на самом деле. И вот на самом деле, в 21 веке появилось огромное количество исследований, посвященных этому направлению. Люди действительно задумались, а можно ли тренировать мозг, и проводили огромные исследования. Мы в том числе поучаствовали и провели ряд исследований. Я чуть позже об этом расскажу. Но началось все вот с чего? С такого понятия, как нейропластичность. Здесь история такая. Во время, ну, в прошлом веке, опять же, во время войны во Вьетнаме, учеными было подробно изучено такое свойство мозга, как нейропластичность. По сути, что это такое? Это свойство, заключающееся в возможности изменяться под действием опыта, а также восстанавливать утраченные связи после повреждения или в качестве ответа на внешние воздействия. Говоря простым языком, сильные функции мозга начинают помогать слабым. Что происходило в прошлом столетии, там, тысячелетии на войне во Вьетнаме? Да? Люди получают травмы определенные, потом, ну, выздоравливая, проходили процесс реабилитации. И, соответственно, ученые отметили следующие особенности. Мозг состоит из нескольких частей, из нескольких составляющих, каждый из которых отвечает за свое направление. Так вот, ну, допустим, возьмем простой пример, вот такой обывательский, на простом языке. Если у человека повреждена там лобная доля, которая отвечает за движение, да, то есть человек потерял способность двигаться, он начинает проходить процесс реабилитации. И слабые, сильные стороны мозга, которые сопряжены с лобной долей, начинают участвовать в процессе восстановления и помогать, соответственно, в реабилитации. Именно это свойство, оно легло в основу взаимодействия, и в том числе у нас нейропластичность – это один из принципов созданных нами тренажеров. Я тоже об этом чуть подробнее расскажу. Но, собственно, это вот, ну, что касается, ну, откуда ноги растут, да, у нашего продукта в том числе. И вот тоже небольшое такое прям короткое видео. Вот на данном слайде видно, как что мозг на самом деле это, ну, динамическое понятие, это не это, ну, орган, который меняется постоянно, регулярно, появляются там новые нейронные связи. И на самом деле не столь важно, сколько у человека там в мозге нейронов, сколько связей. И вот данное видео, оно
как раз демонстрирует, как создаются нейронные связи. Это реальные съемки через микроскоп. И, собственно, он показывает о том, как создаются связи, через которые уже транслируется информация. Резюмируя, сила находится на самом деле внутри нас. Результат любой абсолютно достижим через изменение мозга, через изменение самой базовой функции, от которой уже зависят те паттерны поведения, которые у человека формируются, вырабатываются в жизни. Собственно, давайте вот я постараюсь на простом таком примере объяснить, как это работает вот, ну, на практике, да, как в жизни взаимосвязана работа мозга и такие вот вещи простые, как, например, я плохо сосредотачиваюсь. Друзья, ну я думаю, что эта история, ну, всем так или иначе известна, все могут сказать, что да, бывает такое и со мной. Что же на уровне мозга задействовано? Какие способности отвечают? Это способность внимания и способность память. Внимание конкретно – это концентрация, избирательность, распределение, устойчивость. Это свойства внимания, которые задействованы вот в такой проблеме, как «я плохо сосредотачиваюсь». Память – это помехоустойчивость рабочей памяти, то есть свойство, которое отвечает за конкретно запоминание информации. Так вот, ну, помехоустойчивость даже – это вот как раз история, связанная с тем, чтобы сконцентрироваться на задаче, отвлечься от помех и вот, ну, запоминать ту информацию, которая необходима. Каким же последствиям приводит история, связанная с тем, что вы можете плохо сосредотачиваться? Это скрытая угроза. В частности, это состояние, усталость, сонливость, допуск ошибок, торможение мышления, невозможность удержать при общении мысль, да, когда вы с партнером общаетесь. Это чувства, которые у вас появляются, это эмоциональное выгорание, чувство раздражительности. Вы сами на себя можете злиться, упадок сил, состояние тревожности. Это, а к чему это все приводит? Это перспективы, и перспективы здесь достаточно печальные. Это откладывание рабочих задач, отсутствие карьерного роста, там, не знаю, отсутствие интереса к происходящему. То есть вот такие вещи, казалось бы, банальная история, я плохо сосредотачиваюсь, а, собственно, она напрямую зависит от работы мозга и, собственно, приводит к очень неприятным результатам. Так как же нам с вами разобраться в том, что именно нужно тренировать, на что сделать упор? На самом деле есть очень простое решение. Можно сходить к нейропсихологу. 10 сеансов у нейропсихолога – это история, которая позволит вам сформировать ваш когнитивный профиль, понять, а куда же вам теперь двигаться. Ну и вот справочный я тут указал, что на самом деле стоимость одного сеанса с нейропсихологом в Москве сейчас 2300 рублей. Очень классное решение. После того, как вы с нейропсихологом пообщаетесь, вам нужно начать тренироваться самому. Здесь нужно иметь выдержку, железную дисциплину, то, что позволит вам двигаться к вашей цели. Ну и ряд инструментов, почти недорогих. Здесь вот как раз представлен целый спектр тех инструментов, которые позволят вам при правильном, соответственно, использовании добиться тех рекомендаций, которые даст вам нейропсихолог. Но есть, благо, более эффективный инструмент. Собственно, это как раз Викиум, это тренажеры и специальные курсы для эффективной работы мозга. И сейчас я, переходя уже более, ну, детально к продукту, я как раз расскажу, а что собой представляет наша платформа, для какой она аудитории и чем, в чем особенность нашего продукта, чем он полезен. Собственно, ну, для начала начну с того, а кому полезны тренажеры на Викиум. Здесь наши, ну, стоит признать, что наш продукт является абсолютно универсальным, и, как показывает практика нашей работы, начинают использовать его с 5 лет. Рекомендация нашего нейропсихолога, конечно, начать с 7, но практика показывает, что дети уже до школьного возраста прекрасно справляются со многими тренажерами. Все, что нужно, чтобы дети занимались, это в настройках включить специальную галочку, как раз там ученик младших классов, и у ребенка отключаются сложные тренажеры, и, соответственно, он может спокойно проходить в игровой форме
и получать пользу. Так вот, кому полезны тренировки? Это детям. У нас на текущий момент порядка 1,5 миллионов школьников, студентов занимаются на Викиум, дабы повысить успеваемость в школах. У нас мы работали и работаем с Рео Плеханова, где студенты, капитаны России, это элита плешки, занимались на наших тренажерах. Собственно, к нам обращается огромное количество крупных сетей ментальной арифметики, скорочтения, которые используют наш продукт как добавленную стоимость, как, скажем так, дополнительный инструмент, который позволяет повысить эффективность. И вот я работаю на протяжении уже почти 3 лет напрямую с управляющим одной из крупнейших сетей Центра ментальной арифметики, там порядка 5000 детей занимается. Он евангелист Викиума, он занимается, использует наш продукт как дополнительный инструмент обучения уже на протяжении 3 лет. И действительно говорит, что у него очень простое было, то есть сейчас он очень просто объясняет, почему он использует Викиум. По его, он отмечает, что дети на 25% быстрее заканчивают курсы, переходят к следующему. То есть они завершают текущий уровень на 25% быстрее те дети, которые занимаются на Викиум. Это такой яркий достаточно пример на большой аудитории детей, который действительно говорит о том, что Викиум является эффективным инструментом. Люди среднего возраста – это основной наш пласт. Это люди от 21 до 55 лет, социально активные, те, кто ищет инструменты для саморазвития. Мы активно идем в компаниях и начинаем работать. И, собственно, крупные корпоративные клиенты также используют Викиум как инструмент развития. Собственно, также у нас пользователи выбирают там программу адаптации под профессиональную деятельность для того, чтобы повышать эффективность в рамках своей профессии. Мы проводили большое исследование, я об этом тоже чуть позже расскажу, которое позволило нам такие программы создать. Люди пожилого возраста – самая благодарная наша аудитория. То, какой объем благодарности мы получаем от них, не сравнить ни с чем. Действительно, там бабушки, дедушки пишут нам о том, что спасибо вам за то, что вы есть. Каждый день нам прилетают эти письма, сообщения от них с благодарностями. Ну, действительно, Викиум помогает поддерживать мозг в тонусе. И знаете, вот как нейропсихологи говорят, до там где-то 3 лет у человека развиваются его природные способности когнитивные, да, внимание, память, мышление и свойства, которые были заложены от природы. Начиная от 3 лет до 29, там где-то лет до 25-30 лет, вот такой возраст, где уже накладывается социальное развитие. Там с 25 лет идет определенная стагнация когнитивных способностей, которые уже нужно поддерживать стимулирующими инструментами, в том числе и наши тренажеры являются эффективным инструментом для этого. И вот начиная после 55 лет идет угасание когнитивных способностей. С чем это связано? С тем, что люди выходят на пенсию, они не получают уже той когнитивной нагрузки, которая у них была в рабочем ритме, и, соответственно, вот начинаются возрастные проблемы, с которыми люди часто сталкиваются и говорят о том, что теряют там ясность ума, начинают забывать какие-то элементарные вещи. Ну, это жизнь. И, собственно, наш инструмент как раз часто используется людьми в этом возрасте для того, чтобы поддерживать мозг в тонусе. И действительно, там иногда очень интересные вещи пишут из жизни люди, когда, не знаю, я один расскажу, вот просто, знаете, такой жизненный. Он нас очень удивил, и я, собственно, не могу сказать, что там очень тяжело нам это на себя применить, что мы действительно таким лекарством стали, но женщина одна действительно писала, что сходила к врачу, врач сказал, что у вас там склероз развивается, и что у вас, в общем, очень все не очень все хорошо в ближайшем будущем. И женщина в панике начала искать инструменты для развития, нашла нас, начала заниматься, и буквально через 2 месяца пошла к врачу, и тот сказал, что действительно там результаты улучшились. Ну, друзья, это абсолютно субъективная обратная связь от пользователя, поэтому некоторые вещи нас действительно удивляют, но приписать это точно к Викиуму мы абсолютно точно не можем. Тем не менее, за благодарность и, конечно, спасибо. Собственно, теперь я расскажу немножко о тех методиках, которые лежат в основе. В основе наших тренажеров лежат инструменты нейропсихологов, которые уже достаточно давно известны, некоторые из них уже более 100 лет. Это таблицы Шульта, FX Трупа, тесты Корси, более 20 методик нейропсихологов. Ранее их применяли, соответственно, знаете, еще когда компьютеров не было, не было оцифровки, на кубиках, там на листочках бумаги. И вот до сих пор можно встретить курсы, где
развивают мышление, да, преподавателей, как они это делают. Они берут листочки бумаги, например, А4, там какие-то иероглифы нарисованы, дают вам там два карандаша, один красный, другой синий, и говорят, а теперь закрашивайте двумя руками. Да, таким образом развивается левое и правое полушарие мозга. Или, например, история с кубиками, когда вот, соответственно, человек раскладывает перед вами там нейропсихолог кубики, показывает вам цифры, потом переворачивает, и вы должны повторить, в каком порядке там цифры эти были. Это классические таблицы Шульта. Понятное дело, что эти инструменты эффективны, но они требуют достаточно большого количества времени. Мы взяли вот эти вот апробированные методики, зарекомендовавшие себя, которые уже там 100 раз изучены, оцифровали их, составили индивидуальную программу развития, которую я в следующих слайдах расскажу, запатентовали и, соответственно, получили эффективный инструмент. Как раз вот что касается патента, то мы те разработки, которые у нас на текущий момент есть, индивидуальная программа развития, она является запатентованной. То есть сейчас наш продукт, он уникален не только в России, но и в мире. И, собственно, мы вот недавно, там больше года получали патент, который защищает теперь наши права. Как, ну, в общем, мы теперь стали реально разработчиками. Наш вот основатель Сергей Билан привнес что-то в этот мир. Ну и, собственно, что же именно он привнес? Это запатентованную индивидуальную программу развития, которая адаптируется под каждого пользователя. В основе этой программы развития лежат 4 основных принципа. Первый принцип – это тренажерные пары. То есть программа развития составлена таким образом. Вообще, в чем концепция программы развития? Концепция заключается в том, чтобы за минимальное количество времени человек получил максимальную пользу. Именно этой целью, миссией мы ее преследовали, когда хотели сделать продукт уникальным. И вот, соответственно, первый принцип – это тренажерные пары, специально составленные тренажеры в определенной последовательности, которые позволили повысить эффективность прохождения тренировок больше, чем на 50%. Соответственно, каждый тренажер отвечает за развитие 3-6 способностей. Таким образом, тренажерные пары, которые мы мерили, соответственно, они при взаимодействии друг с другом давали больше эффект. Именно вот это вот в течение 1,5 лет мы там измеряли, смотрели, как же правильно расположить наши нейропсихологи при участии Центра гуманитарных технологий при МГУ на начальном этапе. И, соответственно, таким образом составили вот один из принципов. Второй принцип важный – это сложность тренировки. Тренировка, которую вы проходите, она меняется динамически в процессе прохождения. Основной принцип, который заложен, тренировка должна давать вам оптимальную когнитивную нагрузку на мозг. Если будет нагрузка слабая, простой пример из жизни, берете решать там примеры первоклассника, да, 1 плюс 2, 3 плюс там 4, 9 на 9 и так далее, для вашего мозга никакой нагрузки это не несет, потому что мозг, он работает по принципу макроса, то есть он создает, учится чему-то и оставляет какие-то вещи в памяти, поэтому уже на подкорке у каждого из нас таблица умножения выучена, мозг действует на автомате и абсолютно автоматически вот эти результаты дает. Другой пример. Вам дают какое-то суперсложное уравнение или суперсложный пример. Вы пытаетесь его решить, понимаете, что ничего у вас не получается, на мозг идет высокая когнитивная нагрузка, эффективность никакая, потому что вы не можете выполнить эффективное действие. У нас тут, несмотря на то, что Николай в чате, он не очень любит сравнение тренажерного зала с тренировками для мозга, но все-таки скажу, да, что запредельная нагрузка, если вам дают штангу там в 150 килограмм и пару помощников, которые пытаются вам помочь ее поднять, от одного раза, от того, что вы там сверхусилие сделаете, поднимете, никакого толка не будет. Поэтому оптимальная когнитивная нагрузка – это очень важный принцип. Третий принцип – это принцип нейропластичности, я о нем тоже рассказывал. Суть его заключается в том, что внимание, память и мышление, они взаимосвязаны между собой. Проходить тренировку только на внимание и взять, например, допустим, какой-то человек говорит, ой, у меня рассеянное внимание, я сейчас попрохожу тренажеры на внимание, и у меня все станет в порядке. Или, например, у меня проблемы с памятью, я замечаю, да, и сейчас я попрохожу тренажеры на память, и все у меня будет классно. Это не так, потому что
Принцип нейропластичности, он такой, что внимание, память и мышление взаимосвязаны друг с другом, и влияя на внимание, вы также влияете на память и на мышление. Поэтому, если вы пройдете просто тренажерное внимание, вы получите очень ограниченный эффект. Более того, вообще принцип усвоения человеком информации, он таков, что через 7 органов чувств, да, там осязание, обоняние, чувство равновесия, там вкусовые рефлекторы, 7 органов чувств, которые, через которые мозг вообще получает всю информацию из окружающей среды. Так вот, что потом происходит? Потом наше, то, на что направлено наше внимание, соответственно, эту информацию мозг и улавливает. Например, если я обращу внимание свое на то, какая температура в, ну, вот здесь, да, в помещении, я могу почувствовать, что, ну, достаточно тепло. Или, например, освещение, да, я обращу внимание на то, что вот какое освещение. Если я на это не обращаю внимания, то, соответственно, эта информация мозгом и не усваивается. Таким образом, через внимание, это такая самая главная основная функция, через которую вся информация, как вот прожектор, да, в темноте освещает, то, что увидел прожектор, то у вас мозг и обработал. Далее идет память. Как работает память? Память работает по принципу, я получил, ну, как задействовано, я получил информацию, я, что я с этой информацией дальше делаю? Ну, так условно говорит мозг. Я либо эту информацию запоминаю и откладываю там, например, ага, вот эту информацию мне нужно на будущее запомнить, я ее запомню. Либо, например, я вот понимаю, что мне там информация о том, что сейчас там достаточно тепло в помещении, она мне не нужна, я ее забыл тут же. Далее идет обработка мышления. Мышление – самая сложная функция. Соответственно, она уже обрабатывает ту информацию, которая поступает, и, соответственно, уже принимает решение, что же я с этой информацией сделаю, как я ее буду использовать. Нужно ли мне, там, например, в процессе разговора с собеседником отвечать или не нужно, или вообще проигнорировать. Какой вывод я должен сделать из того, что здесь, например, в помещении достаточно тепло. Или, может быть, никакого. Так вот, принцип, таким образом… Еще один принцип, который заложен, вот, связан с нейропластичностью в наших тренажерах, он следующий. Пока, например, если вы, как приоритет для вас развитие памяти, то пока у вас внимание находится на низком уровне, система будет подстраивать тренировки таким образом, чтобы вы сначала прокачали внимание. Без должного уровня внимания, какое бы у вас там фотографическая память ни была, вы просто, ну, не сможете получать тот объем информации, который есть. Поэтому сначала система все равно вам накидает тренажеров на внимание, а потом уже будет двигаться к той цели, которую вы, собственно, для себя задали. Ну и последнее – это равномерное развитие. Вот я как раз об этом, соответственно, говорю сейчас. Это принцип, при котором происходит динамический процесс формирования комплексной тренировки, где подстраивается под западающую функцию тренировка. То есть, когда вы, ну, в дальнейшем, я вам покажу, увидите когнитивный профиль, процесс тренировки благодаря равномерному развитию будет следующий. Западающие функции будут развиваться в первую очередь для того, чтобы профиль расширялся. Ну, вы увидите. В общем, это такой один из важных принципов. Собственно, что еще мы сделали? Мы относительно недавно провели большое исследование совместно с Центром гуманитарных технологий при МГУ, исследовали вербально-логическую память, влияние тренажеров на вербально-логическую память. В исследовании приняло участие порядка 7 тысяч человек. Коллеги из МГУ делали сначала тестирование людей на вербально-логическую память, далее, соответственно, разбивались на три группы участники. Одна группа занималась на тренажерах Викиум, другая занималась на тренажерах, но со сломанным алгоритмом. То есть это была не наша запатентованная программа развития, а хаотичный такой набор тренажеров. Ну и последняя группа вообще использовала альтернативные инструменты на развитие вербально-логической памяти. Что это за свойство такое, такое отступление лирическое сделаю? Вербально-логическая память – это свойство, которое отвечает за то, какой объем информации мы усваиваем из разговора с собеседником. Так вот, коллеги, в течение года, ну, участники исследования занимались по этим трем направлениям. Кто-то на тренажерах, кто-то другие альтернативные инструменты использовал. И в конце МГУ проводило повторное тестирование, чтобы замерить результаты. Так вот, по итогу этого, соответственно, исследования МГУ увидела статистически значимые результаты именно по той группе, которая занималась на тренажерах Викиум. Таким образом, помимо того, что в мире огромное количество исследований, посвященных когнитивным тренировкам, у нас есть отдельное исследование, в котором
тренером доказали, что тренажеры Викиум являются эффективными. И вот на данном слайде как раз представлен Александр Георгиевич Шмелев, его подпись, где он засвидетельствовал, ну, известный человек в области нейропсихологии, собственно, он засвидетельствовал, что да, тренажеры действительно помогают в развитии когнитивной способности. Теперь перехожу немножко ближе к продукту. Тот продукт, который у вас доступен, это продукт Викиум компетенции. Это закрытая платформа, которой нет на сайте. Я буду делать на этом акцент, может быть, несколько раз. Это платформа, которую человек не увидит, зайдя на наш сайт. Там он может увидеть только продукт для обычных пользователей. И, собственно, вот Викиум компетенции для вас сейчас это такая некая закрытая площадка, сообщество, куда получают доступ только те пользователи, которые приобрели доступ на Викиум через вас. В чем базисно отличительные особенности этого продукта? В первую очередь, это точная цель развития, которая ориентирована на ваши интересы. У нас собственно, в нашем продукте порядка 200 программ развития, из которых можно выбрать те, которые вам подходят. Индивидуальный подход. У нас более детальный анализ когнитивного профиля. Это более профессиональный продукт. Про когнитивный профиль расскажу там чуть позднее. Но, соответственно, более детальная аналитика. И, соответственно, под этот когнитивный профиль уже формируется индивидуальная программа развития, индивидуальный трек развития для каждого. Есть инструменты мотивации на результат, на то, чтобы интересно было заниматься. И на этой платформе есть ежедневные задания, которые можно проходить, соревнования с коллегами, где вы можете посоревноваться внутри закрытой платформы, закрытого сообщества Faberlic, посоревноваться друг с другом на дуэлях. Вы можете получать награды за победы и достижения, то есть в зависимости от процента достижений, допустим, вы достигли там цели на 60%, вам может прилететь письмо, где будет сказано о том, что теперь ты можешь в специальном разделе награды увидеть сертификат, и перейдя в этот раздел, вы можете увидеть и распечатать сертификат, где показано о том, что вы круче, чем там 1 500 000 пользователей по таким-то показателям. Соответственно, научно подтвержденный эффект, это история, связанная с теми исследованиями, которые мы проводили, эффект доказан, апробирован, и в Викиум компетенции есть вся польза от нашего продукта. Что собой представляет когнитивный профиль, о котором я говорил? Чем он отличается от обычного? В стандартном продукте у нас есть внимание, память, мышление. Это вот базовое, что видит пользователь, когда заходит на сайт. Когнитивный профиль, он состоит из 7 способностей. Это 7 ключевых, это более уже детальный, глубокий анализ. Такие способности, как внимание, невербальная логика, вербальная логика, способность к работе с текстами, наглядно-образное мышление, вербально-логическая память, невербальная память. Что это за способности? Это те способности, которые являются ключевыми. Мы брали, соответственно, крупные компании, мы брали, общались с коллегами из оценки. Есть несколько компаний, там, которые занимаются оценкой и работают на корпоративном рынке. Собственно, мы брали их профили, смотрели, а что же оценивают вообще в мире, что оценивают, какие основные способности нам необходимо, соответственно, раскрыть. И могу вот такое, там даже лидеры России, кстати говоря, если кто-то знает, вот такой большой конкурс общероссийский, который проходит, там оценивают эти способности. Если у вас недостаточный уровень, там, допустим, наглядно-образного мышления, вас просто не переведут на другой этап. Собственно, и вот когда мы проводили исследование, на самом деле, мы как раз вообще, у нас еще более глубокий анализ есть, но этот анализ, он уже, знаете, он уже слишком детальный, нам даже к компании профессионального оценки сказали: ребят, вы супер вообще работу проделали, но даже мы это не оцениваем, даже на таком уровне мы не проваливаемся, поэтому мы сделали то, что универсально для рынка, то, что реально дает пользу, и вот объединили несколько там сопряженных между собой способностей вот в такой когнитивный профиль. Большая работа была проделана. Что происходит дальше? После того, как вы, пройдя первые тренировки, формируете свой когнитивный профиль, вы, соответственно, выбираете цели развития. Цели развития у нас достаточно большое количество. Мы, соответственно, составим, у вас будут вот эти вот цели развития. Это уникальные цели, которые мы разработали для компании Faberlic. Этих целей нет ни у кого. Это цели, направленные на колесо баланса.
где наш нейропсихолог разработал программы в привязке к тем способностям, которые отвечают за вот эти вот направления в жизни. Вот это вот будут уникальные цели, которых точно нигде не встретить. Соответственно, выбирая для себя цели развития, вы, проходя просто ежедневные тренировки, двигаетесь на пути к достижению этой цели. И, собственно, как вообще вся эта история работает, да, вот если глазами обычного пользователя рассказать, многие из вас уже на самом деле приобрели доступ, многие из вас уже как бы вживую увидели, что такое там когнитивный профиль, который нужно формировать. Но как это выглядит? Собственно, в первую очередь, когда вы получаете доступ к закрытой платформе, вам система рассказывает о том, что у вас есть 7 тренировок, которые нужно пройти для того, чтобы сформировать свой когнитивный профиль. Тренировки занимают 10-15 минут. После того, как вы формируете профиль, выбираете для себя цели развития, и далее ваши тренировки занимают 10-15 минут в день. Достаточно, на самом деле, тренироваться 3-4 раза в неделю. Каждый день тренироваться не нужно. Даже наш нейропсихолог говорит о том, что нужно отдыхать и давать мозгу отдых от нагрузки. Поэтому, ну, знаете, многие там занимаются в будни, там 3-4 дня выходные отдыхают. Ну, не знаю, выбирайте для себя комфортный график, как вам удобно. Вы смотрите, как статистику, как она меняется, что у вас происходит за различные периоды времени, ну и достигая определенных целей, получаете сертификаты. Что вы получаете как эффект? Это, соответственно, ну, тот эффект, который отмечают наши пользователи. У нас есть и там оцифрованная история, связанная с тем, что за определенный период времени улучшаются и внимание, и память. Вы, соответственно, с этой информацией увидите ее в других материалах, но если вот тезисно сказать, то улучшается продуктивность в условиях мультизадачности, многозадачности, когда улучшается скорость работы. Вот есть такая вещь, как стресс и противодействие стрессу. Ну, вообще Всемирная организация здравоохранения стресс ввела как, знаете, одну из болезней 21 века. Связана она с информационным шумом, который вот до нас долетает, и то, что, например, там телефоны, да, которые являются очень мощным отвлекающим фактором, все это приводит к тому, что, ну, люди действительно находятся в перманентном, а некоторые в постоянном состоянии стресса. Например, вы занимаетесь какой-то работой, вам прилетает срочное сообщение, позвони мне срочно, там какое-то ЧП произошло дома, и все, человек в шоке, начинает там суетиться, что происходит, звонить, отвлекаться. Вот это все, ну, действительно та история, которая сейчас становится для нас обыденной. И, соответственно, развитие когнитивных способностей, влияние на базовый эффект напрямую влияет на противодействие стрессу. Супервнимание, то есть это возможность внимания развить свое, избавиться от рассеянности, изменить мышление и способность мышления, улучшить память. Это те свойства, которые, ну, делятся с нами наши пользователи, и действительно мы видим эффект даже у корпоративных клиентов. Что вас ждет на Викиум? Покажу, на самом деле, как выглядит платформа. Знаете, такая небольшая, как инструкция, условно говоря. Пройду путь и покажу, какие основные моменты у нас есть с точки зрения продуктовой линейки. Ну, в первую очередь, вот такой экран вы видите, когда получаете SMS. То есть, как сейчас приходит доступ на Викиум, да, после оплаты вы получаете SMS, где вам приходит промокод и ссылка, по которому этот промокод можно ввести. Как только вы, собственно, открываете ссылку, вы видите вот это вот самое левое, слева вверху вот это окно, вы видите, у вас одно единственное окошко, куда нужно ввести промокод. Вводите промокод, у вас появляется окно, которое с галочкой, где говорит о том, что все супер, промокод введен, он активен. И далее у вас появляется профессор, который, ну, небольшой такой, да, introduction, который, где вы, соответственно, выбираем. Пообщаясь немного с ним, вы подводите к тому, что вам нужно ввести email ваш, и после этого вы получаете доступ на Викиум. Вот на данном этапе вы получаете доступ к стандартному Викиуму, для обычных пользователей. Почему происходит так? Потому что нам нужно время на проверку. Мы реально осуществляем проверку, она занимает, ну, максимум один день, на самом деле в течение нескольких часов мы это делаем по факту, и после ручной проверки мы добавляем вас в закрытое сообщество Викиум
компетенции. И с этого момента у вас меняется интерфейс, меняется визуализация платформы. У вас появляется вот на нижних экранах такой онбординг. Ну, онбординг — это такая инструкция, да, несколько слайдов, которые рассказывают вам, а что вас ждет на Викиум, зачем нужно заниматься. И в конце появляется окно знакомства, где вы вводите свое имя, фамилию, должность, если вы хотите это сделать, можете ввести. Нажимаете кнопку «Далее» и попадаете уже на экран с тренажерами. Вот именно здесь, вот слева вверху, это первый экран, который вы видите. Что он собой представляет? Он предлагает вам сформировать свой когнитивный профиль. Он говорит о том, что пройди 7 тренировок, пройди 7 дней, по 7 тренажеров каждый день, для того, чтобы система поняла, от чего отталкиваться в дальнейшем при составлении для тебя программы развития. Если, опять же, жизненный пример приводить, да, потому что аналогии, они, ну, во многом уместны. Когда вы приходите в тренажерный зал, приходите к инструктору, ну, грамотный инструктор, что он сделает? Он скажет: супер, отлично, что пришел, а давай мы тебя померяем, измерим, взвесим рост, вес и все остальное, все параметры антропометрические. И потом мы с тобой поговорим, а что же ты хочешь делать. Ну и, собственно, после того, как вас взвесили, вот у нас здесь аналогия с тем, что вам нужно пройти 7 тренировок, собственно, далее вы подходите к инструктору, он говорит: супер, отлично, а теперь расскажи, что же ты хочешь выбрать, что же ты хочешь развивать, чтобы я составил для тебя программу тренировок. Именно так у нас работает система. После того, как вы 7 дней первые прошли, система говорит: окей, теперь я понимаю, о чем идет речь, и, собственно, далее появляется выбор цели. Что за эти 7 дней происходит? У вас, помимо того, что вы проходите, соответственно, тренировки, у вас есть доступ ко всем тренажерам. То есть, если вы захотели дополнительно пройти тренажеры, вы переходите на вкладку, выбираете любой тренажер, они вам все доступны, все 81 тренажер, и, собственно, можете пройти, поиграть, посмотреть, что собой каждый тренажер представляет, на какие способности влияет. Есть вкладка «Наука». Для особо, знаете, тех, кто любит покопаться, вот мы отдельно вынесли эту вкладку, и у вас есть возможность, соответственно, посмотреть, а что же, какие же исследования лежат в основе. Как же там исследование проводил Александр Георгиевич Шмелев с командой? Почему Викиум там эффективен? Какие тренажеры основаны на той или иной методике? Вся эта информация есть у нас в разделе «Наука», она общедоступна, мы ничего не скрываем, мы все показываем максимально. Что такое Викиум компетенция вообще как продукт и что такое когнитивный профиль? Все это можно узнать в этом разделе. И, как я уже сказал, когда вы завершаете 7 тренировок, у вас следующий этап – это выбор цели развития. Вот на этом этапе вас система спрашивает, что ты хочешь развивать. И вы, соответственно, выбираете из выпадающего списка ту цель, которую вы хотели бы. Это может быть цель в профессии, например, вы хотите стать, ну, классным продавцом, или вы хотите стать руководителем или предпринимателем. Выбираете профессию предприниматель, и, соответственно, система понимает: ага, понятно, будем тренировать когнитивные способности на уровне мозга, которые предприниматели используют в своей деятельности. Или архитектор, или дизайнер, маркетолог. 173 профессии, которые доступны, соответственно, для выбора. Тоже результат полугодового исследования с МГУ, в нем принял участие 11 тысяч респондентов. И на основе этого исследования 173 программы развития были составлены, где тренируются ключевые способности для каждой из профессий. Либо вы хотите выбрать, например, личностные какие-то программы развития. Например, это может быть стрессоустойчивость, это может быть системное мышление, это может быть внимательность. Или вы хотите функцию памяти прокачать. Или, соответственно, не знаю, хотите критическое мышление прокачать. Эти все программы будут доступны. Выбирая ту или иную программу, вы, по сути, ставите для себя цель. И дальше вот на среднем слайде, на средней картинке, на слайде вы видите вот такую статистику, которая представляет собой, вы видите свой профиль, это фиолетовым, да, подсвечено, это ваш текущий когнитивный профиль в зависимости от того, как вы прошли тренажеры. И зеленым — это эталонный профиль, к которому нужно прийти. Именно к этому профилю вас система будет вести. В чем особенность платформы Викиум компетенции, вот этого закрытого сообщества, к которому у вас доступ? Вы видите, ну, обезличенные абсолютно результаты по другим участникам этой платформы. То есть вы можете посмотреть и со всеми сравниться пользователями, но внутри платформы у вас есть возможность сравниться с коллегами. Вы видите, например, что ваш результат лучше, чем 58% там
участников кабинета. Вы не видите лучшего Васи, Пети, но тем не менее для вас эта информация может быть интересна с точки зрения того, что ну, дополнительным стимулом для развития. Вы видите результаты по активности, например, что вы прошли больше тренировок, чем 53% участников кабинета. Очень классная статистика, она в какой-то мере направлена в том числе и на геймификацию, на то, чтобы вы мерились относительно, относительно закрытого сообщества, просто понимали, где вы. Информацию никто не видит, вот эту информацию видите только вы, и, собственно, здесь она может быть для вас там дополнительным стимулом. Ну и в зависимости от результата прохождения тренировок, как я сказал, 10-15 минут проходите в день одну тренировку. На самом деле она занимает 7 минут, 7 тренажеров по 1 минуте. Пройдя вот эту тренировку, вы, по сути, завершили на день работу с Викиумом и можете приступать к своим обычным рабочим делам. Помимо этого, как я уже говорил, у вас есть ежедневные задания. Ну, есть отдельные люди, которые очень любят, знаете, все завершить, чтобы у них все прям было хорошо завершено. И вот здесь у вас есть возможность пройти, поучаствовать в дуэлях, пройти дополнительные тренажеры. И вот нас Apple Watch немножко вдохновил на эту историю, закрасить кружок активности. И, собственно, закрашиваете круги, вы накапливаете... соответственно, ну, статистику. У нас есть еще вот такая история, как вы видите, вот здесь с монетками, тоже элемент геймификации. В дальнейшем мы планируем реализацию, ну, некого такого, мы обсуждаем там с различными сообществами магазина, где потом можно будет эти монетки потратить. Поэтому я думаю, что ну, в процессе работы мы к этому вернемся. Пока можно просто за успешное прохождение тренировок, выполнение задач копить монеты, чтобы потом с пользой их потратить на те или иные продукты. Мотивация на результат как раз делает здесь отсылку к тем сертификатам, которые прилетают за достижение определенных целей. Вот здесь как раз визуализация, как выглядит отдельная страница с наградами. Вы видите здесь сертификаты, которые вы зарабатываете в процессе тренировок. Сертификаты можно распечатать на самом деле в один клик. И вот как раз это та вещь, которую ну, многие этими сертификатами гордятся и считают это как признание определенных своих там, способностей. На ваше усмотрение, элемент геймификации. Могу сказать, что вот этот, именно этот инструмент выбирают сейчас крупные компании, с которыми мы работаем, для развития своих сотрудников. Ну и, собственно, есть у нас отдельный раздел, посвященный онлайн-курсам. Онлайн-курсов у нас на текущий момент 16 штук. Эти онлайн-курсы добавляются, и в год мы выпускаем порядка 4-6 новых курсов. Вот сейчас, ну, не знаю, может, вы, наверное, в числе первых узнаете, приоткрывая тайну, но в ближайшее время будет курс по управлению гневом. Этот курс, который выбрали наши пользователи. Поэтому, собственно, ту вещь, которую мы будем разрабатывать. Эти курсы, помимо тех курсов, которые сейчас на текущий момент для вас доступны, курсы, которые будут появляться, будут также доступны для вас, для дальнейшей трансляции вашим клиентам. Собственно, что такое курсы? По сути, это самый простой такой путь обретения навыка, и особенность наших курсов заключается в том, что в них содержатся тренажеры, которые позволяют вырабатывать навыки. Курсы составлены в формате уроков, то есть они уже разбиты на уроки, каждый урок там занимает от 15 до 20 минут, может где-то меньше, 10-15 минут, и, собственно, проходя этот урок, по сути, вы получили пользу, прошли определенный блок и можно двигаться дальше. Расскажу сейчас на, ну, как бы один курс, вот эмоциональный интеллект, да, например, возьму как основу, это самый популярный у нас курс, и расскажу на примере эмоционального интеллекта, как, ну, выглядит, как они выглядят. Собственно, эмоциональный интеллект – курс, который мы разработали с представительством Пол Экман International в России. Кто такой Пол Экман? Ну, это американский психолог, профессор, который уже посвятил изучению эмоционального интеллекта более 50 лет. Он является консультантом МИ-6, консультантом ЦРУ. И если знаете, может быть, такой сериал «Обмани меня», очень популярный сериал с Тимом Ротом в главной роли. Так вот, Тим Рот является прообразом Пола Экмана. Это человек, который действительно является, по сути, живым сканером, который умеет определять эмоции и вот... по принципу там факса, условно говоря. Собственно, автор, да, нескольких книг, и в России есть представительство. Представительство, которое возглавляет Олег Калинчев, управляющий директор Пол Экман International. Собственно, именно с Олегом Калинчевым мы записывали данный курс. Из чего он состоит?
Это 20 уроков, в каждом из которых присутствует видеоматериал, соответственно, присутствует тренажер на включение внимания, потому что внимание является ключевым свойством, да, способностью, которая задействована в распознавании эмоций, и содержатся тренажеры уникальные на определение этих эмоций. И курс построен следующим образом. В первом уроке вы, когда проходите его, там рассказываются о курсе, рассказываются цели этого курса, схема, как курс построен, есть экзамен, который позволит, ну не экзамен, а вводное тестирование, которое позволит вам определить ваш текущий уровень эмоционального интеллекта и понять, насколько вы, ну, насколько хорошо вы умеете определять эмоции собеседника. Это очень важно, особенно, ну, для кого это прям архиважно, да, это для менеджеров по продажам, консультантов, для руководителей, когда они общаются, для всех, кто общается, не имеет непосредственный контакт с людьми, с живой аудиторией. Ну и, собственно, в каждом уроке далее в порядке усложнения рассказываются сначала от простых эмоций, что такое страх, что такое гнев, радость, как эти эмоции используются в работе, в жизни. Идут тренажеры, которые учат определять эти эмоции. И в дальнейшем, соответственно, по принципу усложнения, потому что есть явные эмоции, неявные, скрытые, ярко выраженные и так далее. И в конце этого курса, в 20-м уроке, есть экзамен, который поможет вам понять, а научились ли вы и насколько определять эмоции людей. Тренажеры выглядят вот таким вот образом. Собственно, ну, это вот тренажер, где меняется микровыражение лица актера. Ну, в данном случае Олег Калинчев решил себя пропиарить немножко, но здесь не только он, здесь много актеров, которые, соответственно, меняют микровыражение лица, и ваша задача быстро понять, какая же эмоция была отражена. Могу сказать, что вот наш курс по эмоциональному интеллекту, недавно к нам выходила компания, ну, это вот компания очень известная в России, одна из крупнейших, которые обещают нам сделать жизнь доступной и счастливой, да, голубого цвета. И они сказали, что искали на рынке курсы и тренажеры по эмоциональному интеллекту, не нашли. Не нашли ни одного курса, кроме нашего. Есть в мире аналоги, ну, мы записали, соответственно, аналог Пол Экман тренажеров. Ну, один тренажер стоит $80 в Америке. Поэтому мы, соответственно, записали свой, и курс стоит, ну, существенно по более низкой стоимости, гораздо более интересный. Именно поэтому, собственно, сам контент, сам курс, он полностью соответствует, даже один этот курс стоит дороже, чем подписка на Викиум, правда. И таких курсов у нас на текущий момент 16. Собственно, какие рекомендации могу дать, на что бы я обратил ваше внимание? Помимо эмоционального интеллекта, курс скорочтения, курс, который является, наверное, на втором месте по популярности. Там содержатся тренажеры, и тренажеры, которые позволяют выработать навык, и даже есть тренажер на развитие глазной мышцы. Реально в 2-3 раза быстрее можно научиться читать, и могу сказать, что многие там центры скорочтения приходят к нам и просят, ну, как просят, приобретают курс в поддержку их основной программы развития, чтобы усилить эффект в разы. Курс на детоксикацию мозга. История может быть не совсем стандартная, но это курс направлен, там есть техники релаксации, техники медитативные, курс очень полезен, и многие корпоративные клиенты говорят, что именно этот курс у них востребован, вот парадокс, мы думали, там, не знаю, развитие мышления или еще что-то, нет, релаксация, детоксикация мозга, руководители в крупных компаниях вообще находятся в постоянном состоянии стресса, ну, ученые тоже оценивали эту историю, это люди, которые вообще не умеют расслабляться. Тоже рекомендую. Курс «Менталист», направлен на развитие мышления. Курс очень крутой, разработан с участием наших нейропсихологов тоже. Там, соответственно, есть техники, там законы тождества, законы равенства, тренажерные бинарные пары. Это вещи, которые напрямую влияют, знаете, не вот это вот мышление миллионера, там я вам сейчас расскажу, а вот действительно курс, который влияет на уровень мозга, на то, чтобы научиться мыслить иначе. Собственно, каждый для себя найдет те курсы, которые ему откликаются. Есть курсы на внимание, на целеполагание. Курс профайлинг – это апдейт эмоционального интеллекта, который позволяет научиться типировать людей, определять типы. Там есть, ну, вот, смешное, всегда все смеются, есть тип человека шизоид, да, это вот, ну, вот научиться определять тип человека и научиться с ним общаться.
общаться. В общении с клиентами тоже очень важный, ну, для консультантов, опять же, для продавцов берут этот курс для того, чтобы человек научился определять тип человека, собеседника в процессе общения и понял, как с ним лучше взаимодействовать. Курсы – это достаточно вот история, и такие курсы мы постоянно пополняем, поэтому в ближайшее время будут появляться новые. Они все у вас доступны. Резюмируя, что вы получите на нашей платформе? В первую очередь, это эксклюзивный доступ к закрытой платформе Wikium Компетенции, к возможности заниматься на когнитивных тренажерах на профессиональном уровне, к тому, чтобы, соответственно, видеть статистику, награды, быть в сообществе успешных людей. И, собственно, это все будет доступно вам в течение года. 16 онлайн-курсов на развитие soft skill доступны уже сейчас, и в течение года те курсы, которые будут у нас выходить, мы будем вам подключать, они будут для вас доступны. Самый свежий курс – это идеальный русский, который мы вот сейчас выпустили, кстати говоря, может быть очень интересен для, собственно, ну, для детей, там, для тех, кто хочет русский подтянуть, то есть можно попасть сейчас вот в ЕГЭ к подросткам и очень подтянуть, особенно тем, кто надо ЕГЭ по-русскому сдавать. Сертификаты, награды за победы и достижения, возможность соревноваться с коллегами в закрытом сообществе Faberlic, то есть есть возможность соревноваться со всеми пользователями, но есть возможность бросить вызов своему коллеге и, собственно, посмотреть, а кто же из вас там круче на трех выбранных тренажерах. Все это доступно. Теперь давайте, наверное, сделаю небольшую отсылку и расскажу про то, почему тариф Wikium Pro – это тариф, который мы для вас разрабатывали специально от Faberlic, покупать выгодно, и чем он отличается от тех тарифов, которые есть на текущий момент у нас на сайте. Прям постараюсь тезисно, потому что про многие продукты уже рассказал. Смотрите, еще раз, что входит в эксклюзивный продукт для Faberlic? Это платформа Wikium Компетенции. Давайте я, наверное, вот с чего начну. Я просто еще раз пробегусь по тем продуктам Wikium, которые существуют. У нас на платформе это тренажеры на развитие способностей, внимание, память, мышление. Это программа развития отдельная Wikium Polyglot. Это программа развития, собственно, направленная на изучение, ну, на повышение эффективности изучения иностранных языков. По факту это тренажеры, связанные с речь-мыслительными процессами. Отдельная программа развития. Программа развития Wikium Профессии, да, как я говорил, 173 профессии, которые вы можете выбрать и, соответственно, проходить, развивать те ключевые способности, которые вам нужны в профессии. 16 курсов – это вот прям левый столбец, и от 4 до 6 новых курсов. Соответственно, в вашем продукте Wikium Pro от Faberlic доступны, соответственно, все тренажеры, все программы развития. Смотрите, какая особенность. У нас в продукте Wikium Компетенции, вот в этой закрытой платформе, уже собраны тренажеры от Wikium Polyglot, от Wikium Профессии и обычного премиум доступа. И вот если брать, ну я немножко вперед забегаю, лайфхак такой, если брать обычного пользователя, то для того, чтобы ему позаниматься на этих трех программах развития, нужно реально затрачивать, ну, 20-30 минут, потому что это три отдельные программы развития. Собственно, Wikium Компетенции, как в более профессиональном продукте, мы создали связки между этими всеми тренажерами, и вот эти три программы, они объединены в одну при том же эффекте. Поэтому, собственно, это та история, которую, ну, не только деньги, да, там, оптимизирует для людей при покупке, но еще и время существенно экономит. Таким образом, все продукты у вас доступны. Какие основные продукты есть на нашем сайте? Мы получили много вопросов, связанных с этим. Я вот сейчас это раскрою историю. Значит, первый серый столбец – это справочная стоимость отдельно каждого продукта у нас на сайте. Ну, в среднем, как вы видите, наши продукты стоят, ну, там, от 990 рублей до 1990. Второе, ну, то есть обычно у нас по одному продукту, конечно, никто не покупает, чтобы вот этот пазл сложить. Собственно, второй продукт, вот, ну, уже начинаем с пакетов, которые начинают пользоваться популярностью, это пакет премиум на один год. Это то, где мы получили наибольшее количество вопросов. Этот пакет стоит 1990 рублей, и у нас часто проходит акция, что еще плюс один год ты к тренажерам получишь в подарок. Собственно, что вы получаете за 1990 рублей? Только доступ к тренажерам на развитие внимания, памяти, мышления. Точка, все. Если вы хотите купить, ну, то если вы хотите курсы,
пожалуйста, каждый курс отдельно оплачивайте. Если вы хотите тренажер, программу развития адаптировать под профессию, пожалуйста, отдельно доплачивайте. В совокупе, если вот посчитать отдельно стоимость всех продуктов, которые вам нужно докупить, чтобы получить такой же пакет, как Викиум компетенции, да, Викиум Pro от Faberlic, вам нужно заплатить 34 170 рублей всего-то. Но по факту этот продукт люди покупают, как правило, на старте и с него уже переходят на другие продукты. Ну, то есть эта история такая базовая для многих людей. Пакет «Все курсы». Это пакет, который тоже видят пользователи на нашем сайте. Туда входят все курсы 16 на текущий момент действующих и не входят вообще тренажеры на развитие внимания, памяти, мышления. Кто это покупает? Как правило, люди, которые хотят получить какие-то знания. Хотят, например, вот кто-то зашел, полистал наши курсы и видит: о, мне хочется пройти скорочтение и эмоциональный интеллект, а все остальное мне не очень, ну, не хочу я там внимание, память, мышление развивать, не хочу я там, не знаю, там профайлинг проходить или идеальный русский, мне вот этого достаточно. Ну, когда они видят, что 2-3 курса стоят столько же, сколько целый пакет, естественно, они принимают решение в пользу покупки пакета. Что туда не входит? Как я сказал, тренажеры, и плюс к этому туда не входят новые курсы. Когда у нас там появляется 4-6 новых курсов в год, эти курсы надо отдельно докупать. Чтобы собрать тот же пазл и получить тот же продукт, который есть у вас, человеку нужно заплатить совокупно 16 320 рублей. Теперь путь, по которому проходит реально большая часть пользователей, это пакет «Ультра». Это, что сюда входит? Он стоит 5990 рублей. Сюда входят тренажеры на бессрочной основе и, соответственно, курсы, которые, ну, 10 курсов, которые входят в пакет. Если пользователь хочет, думает, а я хочу еще там профайлинг и другие курсы докупить, он покупает эти курсы отдельно. Если, и плюс новые курсы, которые выходят, соответственно, тоже отдельно. То есть человек, который идет по этому пути, заплатит совокупно 19 890 рублей. Но есть на самом деле другой путь, соответственно, путь по переходу с пакета «Ультра» на пакет «Все включено» и на пакет «Платинум». Этот путь, который появляется у, соответственно, пользователя, когда он купил пакет «Ультра». Возможности. В чем заключается возможность пакета «Все включено»? У человека есть возможность докупить вот эти вот 6 оставшихся курсов, которые не вошли в основной пакет, доплатив 2990 рублей. Что сюда не входит? Сюда не входят новые курсы. И если появляются новые курсы, а они точно появляются, то эти новые курсы нужно оплачивать отдельно по 1490 рублей. Итого совокупно за год человек заплатит 14 940 рублей. Что, какой еще вариант есть при покупке пакета «Ультра», только при покупке пакета «Ультра»? Это, соответственно, купить такой пакет «Платинум», который дает возможность получать еще и новые курсы. Но в совокупе человек должен доплатить 6990. Такой пакет стоит 12, ну, в совокупе, в общем, человек платит 5990 за пакет «Ультра», плюс докупает за 6990 пакет «Платинум». Итого он платит 12980 рублей. Он заплатил 12980 рублей, получил, соответственно, все продукты на бессрочной основе. Вы платите за 5000. Собственно, здесь вот уже принципиальная разница. Сразу, наверное, забегая немножко вперед, я наверняка знаю, что такой вопрос будет, но вот, ну, там же бессрочно, а у вас на один год, то есть вы продаете на один год. Да, мы с компанией вот с Faberlic обсуждали возможность, ну, там вообще смотрели в сторону там бессрочного пакета сделать, но поняли, что, во-первых, продать продукт, который стоит 15 тысяч рублей сразу, это, ну, извините, очень тяжело. Это первый момент. Второй момент. Когда вы, соответственно, ну, большую часть продуктов по факту можно пройти за ограниченное количество времени, там, за год. И на самом деле, как показывает наша практика, по нашим действующим клиентам, у нас есть люди, которые занимаются по несколько лет. Наша статистика такова. На третий год на тренажерах занимаются 10-12% от пользователей, которые купили пакет бессрочный. Почему так происходит? Потому что основные задачи, которые человек, соответственно, для чего он покупает тренажеры, он решает за первый-второй год, ну, второй максимум. За первый год он выбрал цель, он прошел, он развил когнитивные способности, выбрал другую цель, развил. А дальше человек, как правило, пользователь, это, ну, наш переходит в такую когорту,
иногда захожу, когда вот мне хочется, когда мне нужно поддержать и так далее. И на третий год реально 10-12% пользуются. Поэтому вместо того, чтобы приходить продавать какой-то дорогой продукт, когда еще польза человеку не очевидна и непонятна, проще это сделать, получив все максимальное, прям максимальное наполнение на один год, и через какое-то время, там, через год принять решение. У нас за этот период выйдут новые курсы, у нас, соответственно, появятся новые цели, у нас появится обновление на платформу, соответственно, пролонгировать эту историю еще на год, заниматься, а далее мы обсуждаем все возможности и думаем над тем, чтобы переводить на третий год там, пользователей в отдельную нашу когорту. Это, соответственно, то, что мы в будущем будем делать. То есть, грубо говоря, привести в соответствие, что там к третьему году, соответственно, не нужно будет платить полную стоимость за подписку. Таким образом, пакет Vicium Pro от Faberlic – это та история, которую, легко продать, б, она сейчас дает вам максимальную пользу и вам, и тем клиентам, с которыми вы работаете. С – это продукт, который сейчас востребован и будет давать пользу и вам, и вашим клиентам, и та ценность, которую наши пользователи, и сама платформа, да, то есть та платформа, которая у нас есть, которую вы получаете, это закрытая платформа, которой, кроме как через вас, пользователи доступ-то никак не получат. Собственно, вот эти три ключевые особенности. Теперь более подробно я расскажу вот прям опциональные преимущества платформы, в чем отличие от нашего стандартного продукта. Отличие номер один, и нам эти вопросы задавали. За покупку пользователями по вашей рекомендации на нашем сайте продукта обычного никаких баллов начисляться не будет. За Vicium Pro вы получаете 80 баллов, за стандартные пакеты 0. Вот эта история, что история там, вот у меня там пользователь купил по ошибке и так далее, не через нас, пожалуйста, зачтите. К сожалению, нет. У нас мы с уважением относимся к нашим партнерам, соблюдаем договоренности и, соответственно, только при покупке через вас и у вас, соответственно, через ваш сайт вы получите баллы, которые для вас будут учтены. Второе, калибровка статистики, это принципиальное отличие продукта, то есть, как я уже сказал, это, соответственно, профессиональная калибровка за 7 тренировок, стандартный пользователь проходит одну тренировку и у него калибровка на этом заканчивается. Разные задачи, соответственно, здесь более профессиональный продукт. Далее, когнитивный профиль. Как я сказал, в обычном продукте 3 способности внимания, память, мышление у нас и у вас, соответственно, в Vicium Pro будут 7 способностей ключевых. Программа развития. Соответственно, в обычном продукте программа развития ограничена развитием 3 способностей. Здесь в данном случае это развитие 7 ключевых способностей. Адаптация цели под профессиональную деятельность, возможности адаптации. Специальные тренажеры на развитие речи-мыслительных процессов, которые уже входят в программу развития. Не нужно отдельную программу проходить. Собственно, эти уникальные цели, которые мы для вас разработали. Вот как раз забежал чуть вперед, это 10 эксклюзивных целей, которые будут доступны для вас и для участников кабинета, соответственно, для стандартных пользователей используют стандартные базовые цели. Интерфейс эксклюзивный, отдельная платформа, рассказывал уже. Соответственно, с возможностями наблюдения за динамикой своего прогресса, сравнения результатов с коллегами, вот обезличенный, да, опять же, у пользователей стандартный базовый интерфейс абсолютно. Рейтинги, система рейтингов внутри компании Faberlic. Если интересно, у нас есть там большой функционал, можно там, вы видите вот эти рейтинги, круче какого количества участников кабинета вы. Ну, это история, которая тоже направлена на геймификацию, обычный пользователь не видит, они находятся в информационном вакууме. Они могут посмотреть, где они относительно других пользователей, но это для них никакой особой смысловой нагрузки не несет. С неизвестными людьми соревноваться как-то так себе. Реклама. Сейчас это может показаться немножко странным, но на самом деле у нас много рекламы для обычных пользователей. Собственно, вот для кабинета реклама отключена. Поверьте, даже те люди, которые занимаются на обычном Викиуме, если вы им скажете, что вот у вас в вашем закрытом сообществе нет рекламы, они прибегут к вам только ради этого.
Интеллектуальные дуэли – это возможность бросить вызов коллеге, которого вы знаете, соответственно, внутри коллектива. Поощрение, система наград, сертификатов, я о них рассказывал, они прилетают, это тоже доступно у вас, у пользователей физических лиц ничего этого нет. Ежедневные задания, отдельные ежедневные задания, которые доступны только в Wikium компетенции продукте. Соревнования – это регулярные командные соревнования на тренажерах Wikium, соответственно, которые также мы планируем запускать. Это отдельные, ну, такие микрочемпионаты, собственно, то, что может быть в части геймификации интерес, чтобы посоревноваться в закрытом сообществе. Курсы на развитие soft skill, как я говорил, это не все курсы доступны для пользователей в популярных пакетах, нужно докупать. В итоге получается, что пользователь покупает, видит, что там не все, его опять надо докупать. В общем, у вас нет такой проблемы. Вы говорите, что все, что есть на платформе Wikium, все есть у вас, и полный спектр продуктов, они вам доступны. Собственно, ну, на этом у меня по продукту все. Если на самом деле сейчас вот я, конечно, отвечу на вопросы, я вижу, что мои коллеги, ну, на самом деле, очень мне сильно помогают и отвечают на максимальное количество вопросов. Если они еще остались, если они останутся и мы на что-то там не ответим, то у нас, соответственно, есть сайт, отдельная страничка, это corporate@wikium.ru. Перейдя, написав нам письмо, мы обязательно увидим его и ответим. И, соответственно, все вопросы, которые, ну, у вас накопились, если у вас там завтра, не знаю, сегодня вечером появятся, направляйте, мы их консолидируем, ответим на них и обязательно сообщим. Вот. Ну и презентацию по договоренности с коллегами, естественно, будет вам доступна. Я думаю, что Алексей расскажет, как ее можно будет получить. Ну, и, соответственно, те материалы, которые я вам направлял, они будут для вас доступны. Я, наверное, слово Алексею передам, да? Спасибо. Спасибо большое, Владимир, за такое содержательное выступление, за такое, действительно, ну, все по полочкам рассказали. И, друзья, на что хочу обратить внимание? Ну, первое, вот хотел бы как раз обратиться к нашим лидерам, те, кто уже приобрели подписку Wikium, то напишите свои какие-то первые впечатления о том, то есть, ну, что вы делали, да, то есть как вы проходили первые тренировки, ну, некую обратную связь. Почему я на это делаю сейчас акцент, то есть мне тоже очень будет интересно это все почитать, потому что, ну, на что я хотел бы обратить в первую очередь внимание, да, потому что для нас, да, то есть цифровой продукт это, ну, это новый, да, то есть это первый цифровой продукт, который можно как раз не только для внутреннего пользования, да, то есть вот в июле прошлого года мы как раз анонсировали первый цифровой продукт для внутреннего пользования, платформа Faberlic, да, то есть, ну, ее нельзя было рекомендовать своим знакомым, потому что чисто для внутреннего пользования. Данный продукт, как вы видите, это как раз тот продукт, который не просто можно рекомендовать, его хочется рекомендовать, да, потому что действительно тот функционал, который есть на данной платформе, он просто огромный. И почему я как раз сейчас попросил тех людей, кто уже приобретал подписку, дать некую обратную связь. Ну, потому что, смотрите, то есть вы видите, что вот Владимир, ну, действительно очень красиво, классно рассказывает о данном продукте. Но мало кто знает, что Владимир проводит таких презентаций в неделю, там 5-6 выступлений. Ну, представьте, когда ты живешь этим продуктом, ты каждый день рассказываешь об одном и том же продукте. Очевидно, у тебя разбуди ночью, ты расскажешь, Wikium – это там лучший продукт, тренажер в мире для мозга. А так как для вас продукт новый, и вы никогда не предлагали, скажем так, данные, ну, цифровой продукт, то это, ну, то есть этот навык надо развивать. И в данном моменте, на что, ну, как бы я это делал, да, то есть это некая рекомендация, да, то есть мы, в принципе, вот тоже вот с Владимиром обсуждали, то есть мы обязательно планируем там через месяц, там, может быть, полтора месяца создать некую там школу продаж, да, то есть именно цифровых продуктов, то есть больше вас погружать во все вот эти курсы, чтобы вы лучше узнавали. Но для того, чтобы вам сейчас уже, да, то есть, а что мне делать сейчас, да, то есть если вы начнете, отправите человеку просто сейчас ссылку на вебинар, ну, вряд ли кто-то сейчас будет смотреть вебинар на полтора часа, даже если он очень важен, да, там, по тренировке мозга. То есть сейчас все равно некое такое фрешевое мышление, люди стараются, ну, как-то быстро понимать, надо это и не надо, и то здесь вопрос как раз
очень часто эмоциональности. И поэтому даже вот, ну, взять себя, да, то есть я вот на Викиуме, вот, который сейчас вот доступ получил, я, допустим, недавно прошел тест когнитивных способностей. Да, то есть я прошел, он занял у меня где-то час, но, соответственно, мне вот рассказали, в чем у меня предрасположенность, да, то есть что лучше дается, что хуже дается. То есть важно сейчас начать проходить, да, то есть проходить некие курсы. И для чего? Чтобы у вас появились истории, да, потому что идеальная продажа — это когда нет продажи, да, то есть когда вы не говорите «купи Викиум», а когда ты говоришь: «я вот тренирую мозг, вон сейчас то-то-то сделал, у меня вот то улучшилось, вон там вот даже в начале вебинара кто-то сказал: сегодня прошла тренировку, там принесло там как-то 200 рублей, я не знаю, может, она тренировку продала на Викиуме кому-то, ну, вопрос, да, не в этом, ну, тоже, видите, уже начали когнитивные какие-то связи формироваться. Важны истории, да, то есть и для этого вам как раз важно пройти какие-то курсы, проходить как раз, поиграть вот именно в игровой форме, потому что сейчас, если мы возьмем вообще некий тренд в обучении, да, то есть какие-то лекции, да, вот только вот именно одни лекции, они, ну, это уже в прошлом, да, то есть и как вот как раз Владимир рассказывал, то есть сейчас тренд идет в геймификацию, да, то есть идет на то, чтобы это все было в игровой форме. Допустим, у меня, ну, то есть я, ну, есть, я многодетный отец, да, то есть у меня трое детей, правда, два совсем маленькие еще, там, одному 9 месяцев, там, 2 года дочке, а Протону 4 года, и я с ним, ну, вот как только у меня появился аккаунт Викиум, я с ним, ну, показал ему, ему реально было интересно, да, то есть здесь вопрос, я просто не знал о том, что можно сделать какую-то галочку для детей, но, в принципе, да, ты берешь для младшего возраста, и все, убираются все сложные, и он начинает играть. Да, то есть, и, ну, то есть, ну, то есть я могу сказать, что вот моему ребенку 4 года, и он может тренироваться на Викиуме, точно, да. И вот видите, я рассказываю историю. То же самое у меня вот недавно было осознание, то есть я покупал тоже некую платформу, где вот мы с Платоном прошли уже весь курс математики для подготовки для школы, да, то есть ему 4 года, он этим должен был заниматься 6 лет, но по факту, когда вы видите некую предрасположенность, то есть вы покажите, посмотрите, и вы поймете, да, то есть этот момент, что здесь не надо бояться каких-то ограничений, то есть здесь надо пробовать. И я, ну, вот на своем примере могу вам точно рассказать, что... что можно и из такого возраста, хоть и рекомендованное, я, по-моему, 6 лет вот в комментариях я видел. Вот, друзья, сейчас еще раз пишите вопросы, если какие есть, я обязательно сейчас посмотрю. И первый момент, сейчас я хочу еще раз рассказать о том, как же можно приобрести, да, то есть Викиум уже сейчас. То есть в будущем данный продукт, он будет у нас прям в каталоге, то есть даже можно не авторизовываясь, да, то есть можно, ну, вот так же, как люди сейчас заходят на сайт Faberlic, даже если они не консультанты, они могут видеть продукцию. В будущем у нас появится то же самое. Вот, но сейчас единственное, как можно приобрести подписку на Викиум, это необходимо быть уже зарегистрированным консультантом Faberlic, необходимо зайти в личный кабинет, далее необходимо зайти в раздел «Заказать услугу», и там вы увидите, там вы как раз увидите одна из услуг, это будет Викиум. Соответственно, туда заходите и приобретаете. Здесь тоже одна из особенностей: для того, чтобы ее купить, необходимо заранее пополнить свой личный счет. То есть вы пополняете на 5000 рублей свой счет, заходите купить, и все. На следующий день вам приходит доступ с промокодом. То есть приходит промокод смс-кой. Дальше вы переходите на сайт promo.vikium.ru, вводите этот промокод, регистрируйтесь. Здесь уже могут быть разные электронные данные, и ФИО разные, да. То есть регистрируйтесь и получаете доступ в Викиум. То есть почему я как раз говорю, что могут быть разные? Потому что вы, допустим, можете, допустим, захотеть себе сделать семейный доступ, да, то есть чтобы у вас было, чтобы всей семьей начать качать мозги, да, то есть мама, папа, я, да, там и ребенок. То есть можно приобрести, получается, три подписки. Вот, и, соответственно, как это будет выглядеть. То есть все баллы начисляются сразу, как вы только купили, вам сразу же начисляются баллы. Вам приходит 3 промокода, и потом вы, соответственно, вводите эти промокоды по очереди. Ну, то есть вводите свое ФИО, потом вводите промокод, вводите ФИО там супруга,
Потом вводите промокод, вводите там данные там сына или там родственницы кого-то. И получается у вас три аккаунта на разных людей, но баллы все были на одном человеке. Это тоже, кстати, очень удобно. Дальше вот также по поводу, меня вот спрашивали, будет ли семейный доступ. Да, семейный доступ будет возможность. Мы это технически будет реализовываться следующим образом. Допустим, вот вы купили три аккаунта, три абонемента и захотели сделать, чтобы вы были единым целым. Вам необходимо написать в обратную связь, получается, кто будет главным, ну, так называемым администратором аккаунта, да, главой семьи, вот, фамилия, имя и электронную почту. И два других аккаунта, или три, или четыре, то есть, зависит от того, насколько большая у вас будет семья. Вот. И мы, соответственно, в ручном режиме подключим, соответственно, вас как в единую семейную группу, и у администратора будет, он сможет видеть, кто сколько тренируется, да, то есть какой прогресс. То есть он может смотреть всю статистику всех членов семьи администратора. Вот. Поэтому данная функция возможна. Так, ну, в принципе, да, рассказал о том, что как можно приобрести. Код, напоминаю, 701037 и артикул, и можно приобретать. Так, идем дальше. Сейчас посмотрю по школьникам, конечно, можно и раньше. Вот. Но я говорю, то есть моему ребенку 4 года, и в целом мы с ним, то есть, ну, не регулярно, но в целом мы сейчас с ним с Вики умочи даже хорошо проходим. Так. Где его найти? Вот здесь. Где его найти? Ну, я понимаю, где найти Викиум. Еще раз повторяю, вам необходимо зайти в личный кабинет, найти, заказать услугу, и там будет один из вариантов услуг, будет как раз тренажеры Викиум. Но в будущем, я еще повторюсь, у нас будет Викиум, можно будет заказывать прямо с каталога, вот с главной страницы сайта. Так. Да, ну, здесь, друзья, вопросов именно лично ко мне я не вижу, да, но хочу, да, на что сделать акцент, что важно, да, в этом продукте надо начинать пробовать себя. То есть у вас появится, чем хорош данный продукт, то, что его очень легко продвигать именно через истории, через, ну, сторителлинг, да, такой. То есть здесь вот действительно ты поиграл, рассказал, поиграл, рассказал. То есть сейчас, на мой взгляд, вам очень важно как раз получить вот эти истории свои. И даже просто на начальном этапе, рассказывая истории, вы точно получите уже ну, очень много рекомендаций. Да? То есть там очень хорошо мне вот понравились истории как раз Владимира. Да? То есть у кого, там, ну, что, ну, то есть представьте, 1 400 000 школьников обучается на Викиуме сейчас. То есть, ну, то есть целая сеть, да, ментальной арифметики используют Викиум, чтобы улучшать способности, чтобы они лучше проходили программы. То есть, ну, как следствие, то есть дети будут играть, они любят играть, да, но будут еще и лучше успевать в школе. То же самое для пожилых людей. То есть, на мой взгляд, действительно, это очень крутая вещь, что, ну, действительно, да, то есть мне вот одна из моих любимых книг, которую, ну, я читал, она называется «Возраст счастья», да, то есть и мне больше всего нравится сама идея этой книги, да, то есть «Возраст счастья», идея книги в том, что если, когда тебе 50 лет, что вот настает возраст счастья, то есть у тебя уже нету каких-то обязательств перед детьми, ну, просто ни перед кем нет обязательств, ты можешь заниматься собой. Там целая книга о том, как бабушка, допустим, начала заниматься прыжками с высоты и начала ездить на какие-то соревнования там, в 50 лет, представьте, да, то есть выигрывать их. Там кто-то там начал отправляться там, в путешествие в Арктику. То есть суть в том, что здесь момент же в чем, что как раз когда теряется условный там, смысл жизни или теряется какие-то та деятельность, которая раньше была, то мы начинаем затухать. И здесь очень важно, чтобы была какая-то деятельность. И когда, допустим, утро начинается с какой-нибудь тренировки, это действительно очень хорошо и вырабатывает какие-то очень привычки. Поэтому действительно этот продукт, он нужен всем. Здесь самое главное, чтобы вы научились, чтобы у вас была какая-то вот некая короткий спич, да, короткий некий такой, который, но он самое важное, его нельзя просто заучить, да, то есть он должен идти от вас, да, то есть у вас должна появиться какая-то свое отношение к данному продукту, который вы бы рассказывали, а для этого надо, конечно, попробовать. Так, давайте еще посмотрим, какие есть вопросы. Доступно. Для Казахстана доступно, да, то есть доступно для всех стран. Единственный момент, что сейчас доступ, ну, то есть внутренний есть только один язык русский, вот, и есть только три страны ограничения, это Монголия, это Турция
И это Марокко. А так для всех остальных стран можно покупать данный продукт. И это очень хорошо. И повторюсь, он очень высокобалльный, да, то есть почти 60 рублей начисляется за балл, да, то есть вы покупаете 5000 рублей подписку на один год, и вам начисляется 60 баллов. Вот задают вопрос, если я хочу продать этот продукт человеку, который не хочет проходить регистрацию в компанию, как с ним? Ему и не надо регистрировать. Вот услышите еще саму технику, она действительно очень удобная. Вам не надо регистрировать человека, чтобы он мог начать заниматься Викио. Вы приобретаете на свой регистрационный номер продукт, получаете промокод. Этот промокод вы можете отдать любому человеку. Здесь, кстати, тоже, что очень важно, что начало обучения начинается не с даты оплаты, да, когда вы купили, а с даты, получается, активации промокода. Что это значит? Что вы, допустим, купили Викиум в этом каталожном периоде, и у вас есть промокод с доступом на год. И вы его, допустим, продали там, в следующем каталожном периоде или через два каталожных периода. То есть за эту же сумму, да, то есть вам человек отдал денежки. И он активирует там, через 2 месяца промокод и через полгода. Там единственное, может, есть ограничение 1 год, да, что если уж в течение года вы там не активировали, наверное, ну, то есть мы понимаем, что вы, наверное, забыли про этот промокод. Вот. Нету, даже это ограничение, вот Владимир подсказывает, что нету. Вот. Но то есть, там через 2-3 полгода активируют, и с этого момента начинается его обучение и исчисление 1 года. Вот пишет Оксана Ефремовна, мне скоро 50, я далеко не бабушка. Я с вами полностью согласен, что возраст каждый определяет сам. Вот. По поводу в аккаунте Узбекистан, такой артикул не открывает. Смотрите, то есть, насколько я знаю, в Узбекистане нет возможности оплаты банковской картой. Поэтому вам необходимо поменять РРЦ на Россию, и данный артикул у вас появится. Там же, соответственно, пополнить личный кабинет, что у вас были средства, и вы можете купить. Да, 80 баллов за Викиум, все правильно, 80 баллов. Так, друзья, если у кого-то еще остались какие-то вопросы, можно писать их в обратную связь к нам. Также можно Владимиру на его электронный адрес, он, наверное, еще не знал, что он сделал, когда указал свой электронный адрес, поэтому я уверен, что вопросов будет много. Вот. Но что очень приятно, и здесь я хочу выразить огромнейшую благодарность Владимиру, это за открытость. Да? То есть, и вы видите, что действительно человек с любовью подходит к своему продукту и готов действительно помогать, чтобы наша такая коллаборация, такая, чтобы она была очень успешной, и мы, конечно же, поможем это сделать. Друзья, на этом все. Всем огромное спасибо за этот потрясающий вебинар, за ваши вопросы, за вашу активность. И будем такие вебинары периодически проводить, поэтому тоже пишите, на что в следующий раз нам делать больше акцент, мы обязательно это учтем и будем отвечать на все вопросы. Успехов вам, всего самого наилучшего, тренируйте мозги, совершенствуйтесь и становитесь лучше. Всего самого наилучшего. Этим миром правит мода, каждый ищет свой успех. Есть желание идеально быть красивыми у всех. Выбор свой из сотни брендов, сделай верный и простой. Будь на пике модных трендов, с нами будешь ты звездой. Стой, Фаберлик!
Мир как подиум, как сцена, каждый шаг